Одну простую сказку, а может и не сказку, а может не простую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Как прекрасен этот мир, посмотри. Как прекрасен этот мир. Как прекрасен этот мир. Чтоб ты жил на одну зарплату. Как прекрасен этот мир, посмотри. Как прекрасен этот мир. Руссо туристо. Облика морали, Ферштейн. Все, быстренько. А что и надо? Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Красота-то какая, лепота. Вы точки тире телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Находясь в Киргизии, товарищ Брежнев посетил республиканскую выставку достижений народного хозяйства. В столице Узбекистана, Ташкенте, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева встречали кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Рашидов, председатель Совета министров Узбекской ССР Курбанов. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нервированный. Позвольте пожелать вам, металлургам, всем жителям Катовицкого района, а этот район мне знаком, потому что я в этом районе воевал. Вновь и вновь каждый из нас обращается мыслью к Ленину. Юбилейный год вдохновленной им революции в Кремле был открыт памятник основателю партии, вождю Октября, человеку, чье дело продолжают миллионы. Сидячий? Чего? Сидит. Кто? Ну, мужик этот твой. О, деревня, а! Ну ты даешь! Кто же его посадит? Он же памятник! Я думаю, что это порадует весь советский народ. Вокруг люди, здесь и в своих правителях, где все, что и горд будет, знайте,
yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. Наши люди в булочную на такси не ездят. От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запьяшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается. Становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. До свидания, Москва, до свидания, Олимпийская сказка, прощай. Пожелай исполнения желаний, новой встречи друзьям пожелай. Расстаются друзья, остается в сердце нежность. Будем песню беречь. До свидания, до новых встреч. Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый. Но даже карапуз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз. Чао!